Итак, всех приветствую. С вами Артём. Надеюсь, что меня видно, слышно. Ну, точнее, меня не видно, но меня слышно. Итак, надеюсь на то, что также видно изображение на экране. Вообще, где звук? Где, пардоньте, звук? Я звук не слышу в игре. Сейчас. А, не, все, звук есть. Все отлично. Да. Вот, вы там отпишитесь, как поехал стрим, не поехал. Видно ли чат, видно ли что-нибудь еще. Вот, и потихоньку приступим. Вот. Как всегда у нас в день игры с подписчиками меньше всего подписчиков смотрит. Меньше, еще меньше участвуют. Вот. Ну, в принципе, не будем никого ни за что тянуть, поэтому... Так, Bros Matches... Итак, небольшая, значит, вновь, снова небольшая, небольшой инструктаж, как мы играем в Quake Live. Жмем play, и идем в Bros Matches. И внимательно следите за тем, какая у нас, какой я буду выбирать сервер, потому что я буду выбирать, как всегда, Free for All. И буду выбирать самый менее посещаемый сервер, и будем их менять. Не, я не хочу клановые арены, ну их нафиг. Это неинтересно вообще. Вот, и будем менять их периодически между играми. Так, что-то я достаточно далеко вниз улетел, пока ничего нет. Всем привет, кто только присоединился. Так. Ну, сейчас, подождите, я обновлю, пожалуй, потому что что-то непонятно. Вот давайте Neue сервер Frankfurt Free for All Grim Dangerous. Поехали. Как-то уж очень тихо в этой игре. Да, join match. Что-то знакомый какой-то... знакомая карта. Так, ладно. Начинается веселуха. Это рельсы или это пулялка ядом? Я что-то не помню. Замечательно. Вот это я вообще молодец. Опять игра невинна. Ну, замечательно. Ну, все как всегда. Ну, что это за игра, а? Чё-то за игра такая, а? Чё у тебя вечно какие-то проблемы непонятные? Игра! Так, ну вроде как всё появилось. Всё. Вроде все появилось. Говорим спасибо Quake Live, как всегда, за его дебилизм, страдающий, которым он страдает с самого начала. Чё-то я, блин, устал за... Да твою мать! Чё-то я, блин, устал за последние несколько недель. Я вот думаю, может какой-нибудь перерывчик устроить в стримах, потому что чё-то я реально я полудохлый сейчас записываю. Даже не знаю почему. Дантер, я смотрю, ты тоже... Я надеюсь, вы сдохли. Мать твою! Ой, скотобаза. Я уже даже не отображаюсь. Да, господи, где ты... Хорошо, началось. Да я думаю, надо будет потом поменять время на пораньше. Но я вот, буду ли я успевать монтировать все на более ранний промежуток времени? Вот это вот я не знаю. Просто на пару часов раньше опять начнет народ возмущаться, что, мол, это... Никто успевать не будет и так далее.
тоже проблема может быть из-за этого. Я не понимаю, что за псих тут бегает, который всех валит с одного удара. Просто скажем так, пока что я вижу небольшую тенденцию такую нехорошую, что у нас на канале все меньше и меньше становится просмотров с каждым разом. И это как-то оно печально. Печально это. Ну, как-то так. Видишь, резастый, для кого я делаю видео на ютубе. Маньяки хреновые. Блин. Чё живучий какой, я не пойму. Как всегда улетел, но обещал вернуться. С меня еще и фраг сняли, засранцы. Типа я самоубийц. Старый добрый Квейк. Уже чувствую, не добегу я там. Девять фрагов, я на последнем месте. Ух, блин. Умри, мальчуган. Да как так, 8 фрагов-то? За что сейчас-то сняли? Меня толкнули на собственную ракету, вы чё? Тут пельмени всякие играют тут. А я иду, шагаю по балде. Блин, хожу по Америке и Европе так. Вот так вот.
Ладно, потихоньку поднимаюсь, потихоньку ноги и руки вспоминают. После сегодняшнего просмотра полнометражки Blood Sea я пришел к выводу, что, наверное, в Dark Souls 2 все-таки стоит играть с уклонениями. Судя по всему, в крутых японских аниме именно эта тактика сейчас зарабатывает чаще всего. А игру японцы делали, так что... Я думаю, стоит. У вас тут что-то до хрена! Ах ты ж, блин! Маньячильно! Я предпоследний, но уже не последний, это радует, я потихоньку набираю так. Блин. Уйди ты уже со своим этим плазмоганом. Что ж ты выскочил-то из ниоткуда? Опа, опа, ай, блин, ай, забрали. Куколку большую забрали. Деды воевали, так. Меча. Блин. Маньяк я. Так. Дайте мне шотган. Я пойду мести. Ништяк. Чё ты куда бежишь? Мать твою! Хороший был полет. Твою мать. Черт. Я все запилить кого-нибудь хочу. Ну что ж, ребят, отрубаемся от этого сервера и... Leave match. Теперь выбираем новый матч, в котором мы будем принимать участие. Иди в пень со своим Killjoy'ем. Так, Killjoy Movies. Итак, выбираем вот этот вот сервер Warsaw Challenge, Варшава, Free for All, Fatal Instinct. Поехали. Да меня в основном не ты, Ярослав, убивал. Меня убивал тот чувак, который бегает со странным никнеймом. О, ништяк, тут еще и туман. Вообще прекрасно. Че, дьявольская такая местность прям. Прям по-бегемотовски. Я пока один бегаю. Я, значит, я выиграю, да? Какой БФГ? В Квейке нет БФГ. Он в Думе. Ладно. Нет, в Кваке БФГ не было никогда и...
Это исключительно думовская особенность. Твою мать, да что ж ты будешь делать, а? Ушлепанец. Офигеть. У меня же были фраги. Чё за лажа-то? Да кто убил? Это Big Fucking Gun. Есть такая пушка в Думе, которая убивает вообще все в огромном радиусе. Да что ты... Я не понимаю, за что с меня фраги снимают? Я ж сам себя не убиваю. Большое финишное глушило еще назвали это. В одном фильме назвали эту... Пельмень! Тара-та-та-та-та, эра-тара-та-та-та-та. Тара-та-та-та-та, тара-та-та-та, эр... Да вы охренели все на меня нападать, блин! Я один вас до хренища! Твою мать. Ух, Анатолий Чубайс. Охренеть. Маньяк, че? О! Ладно. Ну вы, пацаны, прям вообще задроты. Умри, проклятый читак. Я не понимаю, Гасминг это что, мой двойник, что ли? Почему он бегает с теми же показателями, что и я? Прям вот ухо в ухо дышит. Ладно, вот сейчас я от него уже потихоньку отрываюсь. А, блин. Все по головам друг у друга прыгают. Пипец вообще какой-то. Я потихоньку двигаюсь вверх. Может, я когда-нибудь и выберусь в топы. 13 фрагов, мое число.
хрена, блин, столько их убило, меня наоборот вниз отбросило. Скач вообще. Где эта долбаная, блин? О! Кошмар, тут даже нечего комментировать, народ, просто тупо сегодня рубимся, да? Ой, нет, это мэтчер был, а! Чё ты делаешь, я не понял? Хотел шарахнуть кого-нибудь этой самой лопатой. Не успел. Опа. Слушайте, неплохая такая карта, надо сказать. Блин, да что такое-то? Даже Белгород не поможет уже. Да что ты будешь делать-то, ядрёна мать? Ядрён Сихрулидзе. Эко Вориор, блин. Чтоб тебя древние нашли. Это больно. Я знаю. Спокойно. Мазакряка. Нормальный у меня уран. У меня пушка, кто что хочет сказать по этому поводу. Так с базукой и играют. А вы думали, это квейк вообще-то? Тут нельзя бить только одного.
Ладно, 29 фрагов я наиграл. Уже, в принципе, неплохо. Резаста, тебе бан дать или чё? Так, покидаем матч. О, обновляемся. Так. Подключаемся на... На. Подключаемся на. Подключаемся на. Так, куда подключиться-то? Так, еще разок. Сюда бессмысленно лезть. Здесь уже 5 человек играет. Всякие клановые, я не люблю игры. Давайте захват флага. Омега CTF 20 мин 2. Frankfurt capture the flag Japanese castles. Попробуем порубиться с захватом флага. Матч. Я не понял, а как мне выбрать-то, блин? И? Твою мать, блин! Ж надо было так придумать глупо. Ладно. Да чё за... Чё за лажа? Пошли нафиг с таким матчем. Насоздают, блин. Насоздают, блин, всякой фигни. Так давайте-ка по фильтру. Так, где там? Game type, вроде как. Free for all. Вот, давайте снова возвращаться на Warsaw Challenge. Варшава, Free for all, Realms of Steel Reds. Фняф-нюф-ныф-нуф-нефну. Поехали. Слушайте, а это, по-моему... Слушайте. Это ж из второй кваки. Карта. Или я что-то путаю? Слушайте, по-моему, точно из второй кваки это. Go!
Первое место! Это ненадолго, как я знаю. Музыка как будто Трент Резнер написал. Учитывая, что это квак, не удивлюсь, если это его творчество. Пельмень дает, а? Старый добрый мой любимый двуствольный двустальбас. Зараза. Тоже такое надену. Рельсы, это плохо. О, мать твою! Двойной урон, блин. Уии! Какой разноцветный, однако, доэдра. Ты чё-то какой-то живончий, Дантер. Это у кого там 19 фрагов? Это кто там такой сумасшедший? Охренеть, вы маньяк. Мать.
А я смотрел Блодси. Я закалялся кровью. Я учился у Саеки Сараги махать мечом, так что я надеюсь, мне это поможет в Dark Souls. Так. Черт, не помогла мне эта хрень. Меня, да? Боится? Охренеть. Бинго-бонго, блин. Ой. Вот так вот. Вот так вот. 23 фрага. Ничего так. Вспоминают ноги-то руки. Знаете, а что бы было, если б я тренировался? Потому что Ярослав тренировался, а я нет. Я 2 недели не запускал игру. И как-то более-менее сижу стабильно на 2-м месте. Лечилку, лечилку, лечилку. Дайте лечилку. Дайте мне геновы. Я стану сильнее. Чего только не хватает в Quake Live, так это то, что в Quake в 3-м все так мясно разлетались на куски. А здесь что-то как-то я пока не вижу. Чтите договор, засранцы. Победителю приз, проигравшему наказание. Извините, но меня теперь плющит, я теперь всю неделю буду после этого аниме говорить фирменными фразочками из этого аниме.
Сотовы! Куда ты пошел? ВДВ тебя хочет. Я отстаю от Ярослава на 10 фрагов. На 11. Да ты чё? Ты чё, обалдел, что ли, совсем? Наконец-то! Кошмар! Какой-то непобедимый, блин! Чёрт! Как долго игра переключала оружие, кошмар! Ишь ты меня тут Дантер догнал. Наглый такой. Догоняет меня еще. Снимайте трусы! Папка идет! Че, все испугались, что? One frag left. Чё, охренел, что ли там? Он чё, сам себя самоубился, что ли? Не дали мне аптечку выпить. Ой-ой! Вот сейчас больно-то будет. Да откуда в меня стреляли, ёлки-палки. Чё, остаемся на этом же серваке, я думаю. Или чё? Нас все равно не так мало людей, поэтому вроде как... Бессмысленно вроде как перескакивать. Давайте остаемся, что ли? Переходим на следующий. Первый раз вижу эту карту. Prepare to fight.
О, знаю я эту карту. Мы как-то рубились с пацанами в нее. Откуда у тебя сразу взялся плазма? Чё за нафиг? Откуда сразу взялся плазмоган? Тебе где его там выдали? Какого хрена сейчас произошло? Мы тут как-то с пацанчиками рубились в это все. Всех пацанов на районе раскидали. Майор! А я думал, это хрень портал. Так, окей. А я по хардкору, блин, по старинке играл. Мол, надо сначала оружие подобрать. Раньше, по крайней мере, так было всегда. Я ж с Quake Live не очень знаком. Оу, е. Не помогло. Да что ты будешь делать, а? Попали, а? О! Черт, недолго пробыла... Недолго была моя слава. Резкий ты, слышь? Ты проще будет, слышь? Ой, зараза. Ой, беги. Беги. Ах. Чувак с рельсы, я боюсь его.
все, он мертв. Ну ты, блин, даешь. Со всех сторон просто обстрел. И все считают своим долгом пострелять в Артема. Главный вопрос, почему в меня-то? Я не понял, сколько жизни у пельмени? Чё живой-то до сих пор? Казалось бы, такое мясо никому не сносится просто. Такая скучность народа. Оп. Охренеть. Ой, там наверху была няшка. Блин, мою аптечку съели. Я ее для себя приготовил. Что живучие какие? Perforated. Excellent. Принцессу Чукупельку. У меня руки аж заболели. О, маньяки там бегают. Кошмар, мясорубка началась просто какая-то бешеная. А создатель сервака, который вот этот вот играет сейчас с нами, Легат, даже не догадывается, что он сейчас идет в прямом эфире.
все видят, как его обыграл какой-то пельмень из Тольятти. Тьфу, из России. Юбиляр! Ну, значит, кто-нибудь другой там будет удивляться. Какой-нибудь Neko Warrior, я не знаю, кто из них там кто. Блин, все забрали. Внезапно так взял, прилетел, убил. Взял, прилетел, убил вообще. Вообще красавчик. Я просто помню, что кто-то говорил, что якобы легат читер. Чё спишь? Замёрзнешь. Зря ты возродился. Главное в этой игре вести себя абсолютно неадекватно, чтоб народ вообще не понял, чё нахрен происходит. Быстро меня тут уже... Тут уже пельменчик. Вот так вообще. One frag left. 1 minute warning. Quad damage. Давайте еще один матч сыграем на том же серваке, и я думаю, на сегодня мы закончим. Я сегодня... Я под конец недели уже сегодня изношенный. Фух. Вот это был пипец вообще сейчас. Кто отец? Евгений Лещишин, гитарист моей группы, отец. Па-п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 а
Fight. Fight. First frag. Первый фраг. Tied. Кто матец? А? Кто овец? Это вообще прям отец. Сейчас у нас здесь будет супер вокал в конце. А, бипас. Три полоски. А, а. Блин, вот у меня теперь эта песня вспомнилась, потому что Кваку я играл в школе, и эту песню мои эти самые друзья по двору сняли. Клип. А бипас. Сикстинс. Можете, кстати, найти в интернете видео про бипас. Там прям рядом с моим домом снимали. Там пацан такой в балахоне. Арии. Типа это. И они там два гопника такие идут. Ты, это ты знаешь, это же ты жираф, ты морская свинка. Крокодил, ебот. Вот такое вот было. Ух ты! Lead tied. Lead lost. Lead tied. Lead lost. Да где он там бегает? Черт! Пельмень вырвался на свободу. Уже... Блин, я что-то на хреновом месте. Идите все сюда! Блин, что такое? Вы где? Вы где все бегаете там? Чё все спрятались? Ребят, это ж карта из второй! Точно! Помню я эту карту, только раньше она была немножко другой. О, блин, долбаные смурфики. Никак не отпускают меня. I've said many maps, but it's automatically repeating same map. Я не заметил, что тут все повторилось.
Ну, здесь конкретно прям вот это... Я даже помню, как мы играли в эту карту. Я учился в школе, в классе, наверное, в 9-м. У нас была предпрофильная подготовка. Когда закончили играться... Когда закончили все задания по офису, мы прям вместе с учителем начинали рубиться во вторую кваку. Во второй кваке была вот эта карта. Только там была вот какая фигня. Там чувак спрашивает, есть у кого идеи насчет других карт. Короче, там была такая штука, что сейчас здесь лава открывается по нажатию кнопки, а раньше там по нажатию кнопки коридор закрывался, и все заливалось кислотой. По крайней мере, я примерно такое помню. Или там что-то типа... Несколько раз так учителя поймали. Мать твою! Вот я про то и говорю. Кто там заквадэмиджился? Я чуть не понял. Ну... А я посплю. Чё я меняю-то? Я еще и умудряюсь на третьем месте идти, охренеть. Да с рельсы, в принципе, всегда удар был в любую часть тела. Прям в лобешник прилетело. Нормально так встал там. Слушайте, я чё, я один, что ли, бегаю в скине? Походу, да. Все зелененькие бегают, а я в скине. Ой, блин, здесь реально выживать просто невозможно. Отомстил. Моя великая мстя настигла тебя. Пельмен 1001. Нифига подобного, скин настраивается прям в самой игре. Я не про подписчик. Я вот сейчас вот умер, мне показали, что я упал в скине.
А, в скинах все, но показывают зеленые, понятно. Это ядрить твою! О, блин, Чебурашка. Я, по-моему, сам себя подорвал. Блин. Слушайте, я только сейчас заметил один прикольчик такой. Сейчас покажу. Вуаля. Прикольно, да? Чёрт! Проблема пушки вот этой, то, что она летит долго. Смертоносно-то она смертоносная, но вот, блин. Да кто ж такой догадался играть в Quake-то и бегать по прямой линии? Тут вообще по прямой линии бегать нельзя. Нормальненько так. Кошмар, у меня руки уже болят. One minute warning. Кстати, после аниме Blood Sim мне что-то вдруг захотелось еще и с катаной побегать. Уж не знаю, кому как, но что-то вдруг приспичило. Но это не означает, что я буду с ней бегать. Ты чё, живучий какой?
Battlesuit. Кто там Battlesuit? Все. Фух, все, народ, давайте заканчивать. Нормально, мне кажется, так поиграли. В принципе, не так уж и много народа сегодня было. Ух ты. Ух ты, ух ты. Нормально так. Я тут еще и ачивочки какие-то получил. Прикольно. Вот, ну ладно. Если вам понравилось, подписывайтесь на Twitch канал, подписывайтесь на YouTube канал, вступайте в группу ВКонтакте. С вами был Артём. Всем всего хорошего. Спасибо за мясорубку. Пока.